Когнитивные искажения – это ошибки, которые наш ленивый мозг совершает раз за разом. При обработке новой информации он старается пойти самым быстрым и простым путем. Если сказать, что стакан наполовину пустой, то мозг воспримет сообщение как негативное. Сказать, что стакан наполовину полон – позитивное сообщение. Но ведь стакан остается одним и тем же. Эта ошибка называется эффектом фрейминга. Мы воспринимаем информацию так, как ее нам сообщают. Этим часто пользуются при манипуляциях в СМИ, полностью переворачивая смысл происходящего. Представьте, что в городе началась эпидемия. Заболело 600 человек. Местная газета сообщает: «Вчера в город доставили новую вакцину. Она гарантированно спасет жизни 200 человек». А по телевидению говорят: «Обещанная вакцина неэффективна. 66% заболевших могут погибнуть». Обе новости говорят об одном и том же. Вакцина точно поможет в одном случае из трех. В двух случаях она может вылечить, а может и нет. Но из-за эффекта фрейминга мы считаем, что сообщения в СМИ противоречат друг другу. Как бы вы рассказали эту новость, чтобы не попасть в ловушку когнитивного искажения?